Представляем вашему вниманию главные новости антикоррупционной службы Алматинской области за прошедшую неделю. Департаментом за прошедшую неделю в рамках проекта «Антикорлайф» проведено 4 эфира, в рамках проекта «Адалкумек» проведено 4 разъяснительных эфиров. В рамках проекта «Антикорлайф» производится мониторинг приема гуманитарной помощи в Алматинской области с компанией «Шеврон Мунайгаз Инк». Начало года – начало новых проектов. Самые лучшие умы и патриоты в Алматинской области объединяются и начинают свой проект «Лига добропорядочных школ», где главная цель – воспитать будущее поколение без коррупции. Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области был проведен онлайн-семинар на тему о противодействии коррупции и рассмотрено представление Департамента антикоррупционной службы по Алматинской области. С участием публициста Мукашева Адила Едиловича проведена диалоговая встреча заинтересованных государственных органов области. В целях повышения правовой грамотности населения продолжается еженедельная рубрика «Знаете ли вы?». Запущен онлайн-опрос по определению уровня коррупции Алматинской области. Продолжается еженедельная рубрика «Как борются с коррупцией в разных странах мира». Новостные сюжеты о проводимой работе департамента на республиканских и областных телеканалах. Один в поле воин. Благодаря неравнодушию известного блогера был жителем Талгарского района. В целом наш департамент обращается. В Казахстане вдвое увеличили размер штрафов за взятки. Последние два года в Алматинской области было зарегистрировано... Авторские новостные статьи о проводимой работе департамента на страницах республиканских информационных агентств и журналов.